Протесты в Беларуси были тщательно спланированы и координировались из-за рубежа. Такое заявление сегодня сделал председатель постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных в ходе видеоконференции в рамках заседания комиссии ПАСЭ по политическим вопросам и демократии. Обсуждение длилось около 2 часов. Как показало общение, представители Европы имеют крайне нереалистичное представление о ситуации в Беларуси. Откровенно говоря, я был несколько удивлен непониманием тех процессов, которые происходят в Беларуси. Я также высказал мнение о том, о невозможности внешнего вмешательства, направленного на безальтернативную передачу власти какой-либо третьей силы. Это абсурдно. Власть в Беларуси стабильна. Власть в Беларуси работает в интересах всего общества, в интересах простых людей. И мы будем реализовывать и дальше эту политику, политику социального государства. При этом я объяснил нашим партнерам в Европе в том, что Республика Беларусь заинтересована в широком внутреннем диалоге с участием максимального числа легитимных общественных политических организаций для модернизации политической системы в Республике Беларусь. Парламентарий подчеркнул, что за последние годы конструктивного взаимодействия Беларуси и Европы было достигнуто значительно больше, чем за десятилетия санкций и ограничений, и призвал европейских коллег непредвзято оценивать ситуацию в нашей стране.